Жанна Рамазановна. Я вообще преподаватель вуза, кандидат лингвистических наук. Как я подружилась с этой компанией? Меня пригласили мои друзья, рассказали о том, что в этой компании есть замечательная продукция, что здесь есть такая замечательная продукция. И у меня были серьезные две проблемы вообще по здоровью. Это бронхиальная астма, смешанная форма, и зрение было минус 12. Естественно, о зрении речи никакой не было. В первую очередь нужно было оздоровить мои легкие, потому что, так как я преподаватель, очень было затрудненное дыхание. Ходила я с аэрозолью в последнее время. 10 лет я находилась под постоянным наблюдением, на учете у пульмонолога. Осенью, весной я проходила курс терапии, и в последнее время я уже участились у меня случаи, когда я часто начала пользоваться иофилином, преднизолоном, расширять сосуды и так далее. И тут появилась компания, естественно, медицину никто не отменял. Сначала у меня было 20% только я пила продукцию, 80% у меня было чисто медикаментозное лечение. Затем у меня было 30 здесь, 70 там, 60 на 40, 50 на 50. И в один прекрасный день я перешла полностью 100% сюда, на эту продукцию. И через 11 месяцев меня сняли с учета по пульмонологии. И, знаете, побочный эффект, так получилось, что я ежемесячно меняю свои линзы. И когда я в очередной раз пошла к офтальмологу, мне сказали, что, ну, мне какие-то помутнения пошли. Мне сказали, что у вас на сегодняшний день уже зрение, я носила линзы на минус 10, зрение было уже минус 7, затем минус 5, и на сегодняшний день дошло до минус 2. Естественно, можно полностью оздоровиться, можно 100% результат получить, но для меня радость сегодня то, что у меня бронхи чистые, дышу ровно, видите, сами слышите меня, да, что я практически абсолютно здоровый человек, но я все-таки сейчас живу по принципу лучше контролировать здоровье, нежели контролировать свою болезнь. Поэтому будьте здоровы и приглашаю вас в нашу